Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Купите билеты и откройте наборы карточек. 3 штуки. Так, это мы сделали. Совершите сделку. Сделку. Так, очки доверия на 2 миллиона денег. Не хочу. На еду пока воздержусь. Баксы на ДНК не особо мне нравится. Так, показатель вашей команды на 10% повышается. 7 карточек на 165 тысяч еды. Как-то, если честно, не очень разумно это все. Во, смотровую площадку, пожалуй, отдадим. Так, что еще у нас тут есть? Нет, это я, пожалуй, оставлю. И доллары на еду. Нифига себе. 2359 баксов на 2 миллиона еды. Это бред, друзья. Такой обмен делать. Так, ладно, сделали мы сделку. Собрать моды. Ну, давай глянем, какие тут моды нам выпадут сегодня. Так, Чарли дает нам единство. Показатели атаки всей команды увеличиваются на 10%. Так, второй мод у нас выходит — кровожадность. Урон увеличивается на 15%. И редкий пак. Давай посмотрим, что здесь подкинут. Кровотечение. После нанесения урона существу в течение 3 ходов в конце своего хода наносит 40% урона от атаки. Вот как-то так. Ну что, забираем и здесь награду. Так, использовать ускорение, потратить еду. Вот насчет еды, я даже не знаю, куда ее потратить. Слушай, у нас банана Гномиус, мы его нет, по-моему, не прокачивали. Точно, ребят, надо... Все. Повысили ему уровень. Вот таким он у нас становится. Ну, в принципе, не особо-то изменился, да? Но, тем не менее... Здесь тоже забираем награду. Использовать ускорение, ПВП. Ну, в общем, тут осталась ерунда. Теперь давай посмотрим, что у нас по заданиям. Битва за выживание вместе с приливом. Землетрясение. Что, 2 землетрясения, что ли? Ну да. Так, ну здесь у нас анкилозавр. Это гарантированная награда. А здесь ютараптор. Наверное, я все-таки пойду и поиграю пока вот вместе с приливом. Аммонит, геолосмозавр и гигантский артакон. Ага, они все у нас рифовые, да, пещерники. Ну что, против них очень хорошо будет заходить плезиозавр, тилозавр и хайнозавр. Вот так вот сделаем. Поехали. Сейчас будем их тут разносить. Надеюсь, что будем. Ну давай, аммонит. Думай. Так, он решил атаковать. Бомбануть, что ли, его, а? Окей. Ну-ка. Да, ему крышка. Геолосмозавр появился. У него уже атака 245. 4 очка действия он зажал, да? Слушай, мне хватит, чтобы его пробить. На. И артакон гигантский выползает. 272 к атаке. Ну, понятное дело, что он ушатает мне сейчас тилозавра. Ну, а мы, по ходу дела, ушатаем его. Да, так и получается. То есть классовое преимущество, конечно же, тут сказывается, ребят, на победу. Двигаемся дальше. Это был только первый поединок.
Переходим плавно на второй. Так. Мозазавр, стиксозавр и опять же артакон. Но здесь уже нам нужны будут... Так, ракушники, или как их назвать? Ну что, давай попробуем. Возьмем подожди-ка. Наверное, вот кранозавр для начала. Ромалиозавр, а вот против артакона опять же нам придется брать... Блин, откат надо делать. 66 долларов, я согласен. Поехали. Так, ну что, кранозавр, давай бомби. Довольно неплохо. Все к ему. Он, наверное, сейчас поменяется на артакон. Нет, не стал. Но он уничтожает нас, конечно. Так, и так вот сделаем. Угу. Стиксозавр, у него очень слабенькая атака. Но он, скорее всего, поменяется. Да. И вот тут уже... Тут уже, конечно, мощно вышло. Мы тогда тоже поменяемся. И попробуем всечь. Вот он как делает. Ну что же, я хочу посмотреть. Он опять меняется. Атакует. Ну что я скажу. По-моему... Ладно, рискнем. Есть контакт. Ну что, он две атаки сейчас потратит. Две у него остается. 366 хп. Соответственно, у нас будет 4 очка действия. И все сливаем в атаку. Крышка ему. Вот и все, друзья. Второй поединок тоже прошел успешно. В нашу пользу. Идем на последнюю битву. Так, ромалиозавр, тилозавр и опять же артакон. Значит, здесь беру артакона. Против тилозавра я возьму генодуса. Так, против ромалиозавра и против гигантского артакона. Может быть, своими силами попробовать его разбомбить. Давай-ка, знаешь, как сделаем? Вот так. Надеюсь, я не лопухнусь. Так, начинаем копить очки действий. Понятное дело, меняется, да? Взял тилозавра. Мы сделаем вот так. Раз-два. Готов. Ну что, ромалиозавр? Интересно, он ничего не стал делать. Мне тоже его как бы атаковать сейчас не с руки. Я возьму тогда и поменяю. Проверим. Так, ничего себе, 6 очков действий, ё-моё. И он все сливает. Ну что я могу сказать, подбил. Все, до свидания. И остается гигантский артакон. Он ничего не стал делать. Давай проверим. Так, он ждет, друзья, он что-то выжидает. Он что-то выжидает. Ты посмотри, а. Он не хочет меня атаковать. О, созрел. Ну что, поехали. На тебе. Готов. Ну вот и все. Здесь мы одержали победу в этом событии. Колесо призов. И вы
Выпадает нам Тринакромерум. События землетрясения. Так, давай-ка мы, наверное, здесь заберем наших гавриков. Ихтиостега. Так, поместили ихтиостегу. Дальше у нас там кто идет? О, конечно же, Скафагнат наш. Родненький. Ага, еще из Кайнозойки у нас будет, кстати. Этот, как он, наверное, саблезубый тигр. Причем легендарка. Тилакосмил. Причем даже не показывают, как он выглядит. Ну-ка, давай попробуем его прокачать, естественно. Что именно на нем начинается вот какое-то торможение? Вот так вот он выглядит. Ну да, саблезубый тигр. Давай, смотри, смотри. Опа! И нету птички. Захомячил он ее. Заберем награду. Так, ну что, у нас следующие поединки. Битва за выживание. Только для обычных. Тут за еду будем драться. Да, я, пожалуй, подерусь. Гуандунь и Пеликанимим. Ну что, возьмем Лимнасцелиса и Гуаньлунь. Да, вот их двоих будет достаточно, наверное. Только я неправильно немножко сделал. Мне надо было вначале брать вот так. Ладно, сейчас посмотрим. Атакует. Ну ладно. Мой ход, конечно, мой ход. Раз, два, три, четыре. До свидания. Так, 49 к атаке. Ничего у него не получится. Все, короче, тут победа уже за нами. Ну что, первый поединок довольно простенький оказался. Давай посмотрим, что будет нас поджидать на втором. А здесь Диплокалус и Гуанлунь. Опять же. Ну, можно сделать, знаешь как? Бонитозавра взять. Ну и, например, Алангозавра. Да, что-то мне не особо нравится. Можно, в принципе, взять Алангозавра. Он порвет здесь и Диплокаулуса, и Гуаньлуня. Причем без проблем. Я, наверное, так и сделаю. Проверим. Да. Вырубаем. 50 к атаке. Всего 50 к атаке. Вообще, ноль шансов. Ну, здесь легко и просто. И остается у нас там последний поединок. Как раз у нас есть там Птерозавр, Пеликанептерикс и Лабинтозавр. Вот, и вообще будет шикарно. Поехали. Нам достаточно один раз попасть, ему крышка. И там остаются Каритозавры. Ну что, Каритозавр, 84 у тебя. Да, у тебя классовое преимущество, но уровень слабенький, к тому же это редкий, а у нас эпик. Разницу чувствуешь, да? Все, доигрался. Ну, тут довольно быстро и легко все получилось. Ну, главное, хавчик. Хавчик получаем.
Вот так вот. По 45 тысяч. Шикарно. Так, забираем здесь награду. И переходим к следующей битве. Вот тут уже интересно, что бы нам взять? Тут только для травоядных, а тут только для птерозавров. Ну-ка, травоядные. Блин, вы смеетесь? Сколько там боев надо сделать? 4. У меня даже нет слов. У меня даже нет слов. Ну, я попробую, конечно. Ребят, давайте хотя бы глянем, как это будет. Подожди, а там что, одного надо было брать или несколько? Это, конечно, жестко. Ну, давай проверим. Будет он атаковать? Да, ребята, кранты. Ну, тут, конечно, что-то уж больно как-то. И это только первый поединок. Это был только лишь первый поединок. Ну, давай возьмем аморгозавра. В защиту встану. А чё же ты не стал сразу две атаки-то делать, а? Так, ребят, пора. Все, крышка ему. Блин, это был только первый поединок. Сейчас на втором будут, по-моему, два динозавра, насколько я помню. Давай-ка глянем. Ну да. Трындец, ты посмотри, что они вытворяют. Тираннозавр и мегалозавр. Как их тут побеждать? Как вот их тут побеждать? Объясните мне, пожалуйста. Я не знаю. А там чисто птерозавры, да, должно быть? Игуанодон. Угу. Погоди-ка. Нет, почему только... Подожди-ка, сколько здесь нужно... Так, может быть, нам это проще пройти? Дай-ка я попробую сейчас кое-что сделать. Индоминус плюс топилозавр и, например... Кстати, карнораптора надо было скрещивать. Вот, совсем другое дело. Тут с удара выносим чувачка. Индоминус даже не стал, ребята, там что-то... Не знаю, там... Кривляется, просто взял, звезданул и все. Так, паразоролов и терезинозавр. Ну что? Здесь также, наверное, хватит нам карнораптора. Но одну птичку взять придется, хочет или нет. Надеюсь, только одну. Блин, кого взять-то еще? Индоминуса. Ага, тут надо два птерозавра. Два птерозавра. Ну что, давай тогда возьмем скафагната. Вот, кстати, скафагнаты нам здесь и пригодятся. Сколько у нас? 663. Жаль, конечно, что не сразу мы завалим. Паразауролов мод 2. Довольно такой крепенький чувачок. Что-то выпендривается. На. Так, вышел терезинозавр. Давай, не крякай там. Крякает он мне. Ах ты, жук ты такой. Взял все-таки две защиты. Но в любом случае ему здесь ничего не светит. В любом случае. Все. Ушатали мы его.
Так, продолжаем битвы. Так, только не говорите, что здесь нужно будет три птерозавра. Слушай, а что у меня... Ага, здесь все-таки три птерозавра надо будет. Все такие жирные, прям, блин. Давай попробуем. Не уверен, конечно, что здесь все получится. Так, что он будет делать? А, ничего. Я буду копить очки действий. Ой-ой-ой-ой-ой, это... Так, он все слил, абсолютно все, что у него было. Поэтому... Блин, не хочу меняться. Раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Вот так и сделаем. Выносим стегоцератопс. Вот как он делает. Он тоже все слил. Но тут, наверное, я уже все-таки поменяюсь. Да, этого будет достаточно. Мне просто интересует, как мы будем с тобой последнюю битву драться, если у меня птерозавров просто не останется. Так. Ну, уничтожил, да? Ну что, тогда все, ребят, добиваем. Сигнозавр. Вот и нету сигнозавра. Ну что, переходим с тобой на последний бой и смотрим, что у нас тут. Три птерозавра написали, нам нужно иметь. О-оу. Допустим. Раз, два, три. Центаузавр и паразауролов. Блин, это жестко, конечно, сейчас будет. Начну с атаки. Неплохо я ему, да? Дракорексу оставил всего 11 хп. Он не стал атаковать. Ну, я тогда сделаю вот так. Угу, 3 очка действий. Ну, какие твои действия будут? Раз, два, три. Раз, два, вот так вот я сделаю. Отлично, вырубаем. Паразауролов появился. Ну что же, ему тоже крышка. Раз, два, раз, два. Ну и последний. Это... Центаузавр. Вырубает, да, к сожалению, моего птеродактиля. Но у нас есть эдиоморфодон. Довольно тоже мощная птичка, которая приносит нам победу. Все, ребята. Это ради какого-то анкилозавра мы дрались, да? Так, о, 100 долларов хотя бы вернули. Да? Ради анкилозавра. Вот этот весь поединок был. Ну, конечно, очки доверий. Теперь мы его можем получать. Мы его уже давно, кстати, могли получать. Так, принять ПВП сражение. И кайнезойку надо еще сыграть. Я вот не знаю только одного. Стоит ли нам вообще идти вот на вот это событие последнее? Вот это вот. Для травоядных.
Мне почему-то кажется, что мы здесь не сможем выиграть. Ну, вообще никак не сможем. Ладно, давай просто... просто попробуем хотя бы. Ну куда, ё-моё, 720 хп, 181 к атаке. Не знаю, каким тут чудом нужно вообще выигрывать. Видишь, что вытворяет? Такс, интересно. Да ты серьезно, что ли? По одной защите, блин, брал. Он сейчас размажет нас. Да, полностью причем. Ну и как вот, вот как вот можно здесь... блин, я не знаю, воевать. Беспонт какой-то. Мегалозавр, 335 к атаке. Он все сливает. Да ладно, неужели? Все, ребят, победа. Победа. Но это только второй поединок был. Еще два впереди. Кем драться? Фиг его знает. Ну, вообще трындец. Шестой и 27 уровень. Я не наберу даже столько. Никак не получится. Ладно, возьму анкилодока. Апатозавра. Антаркопельта. Ладно, пускай будет. Это трэш, мне кажется. Ой. Давай посмотрим. Это только третий поединок, ребят. Еще четвертый будет. Все сливаю. Так, Велоцираптор мод 2. Ты посмотри, какой я жук. Раз, два. И вот так вот. Сфенокадон сейчас появится. Но две атаки он в любом случае сольет. А, он все стоит 3. Ну что, я надеюсь, Апатозавр сможет его бомбануть. А вот это вряд ли, хотя подожди. Все. Вырубаем его. Ну, здесь справились. Опять же, без, не без помощи нашего анкилозавра. То есть, какой анкилозавр? Анкилодока. И на последнем, ты посмотри, 8 уровень. 8 и 16. Как здесь можно драться? Хотя, подожди, если мы, например... сделаем так. Вот так вот. Может быть, каким-то чудом нам повезет. Я, правда, не уверен в это чудо. Не верю я в него. 507 к атаке. Как тебе такой расклад? Это расклад просто заоблачный. Ну, в общем, ему крышка. Нам одного удара достаточно, чтобы его вырубить. Одного удара нам достаточно, чтобы его вырубить. Ну что, появляется мегалозавр. Отлично. Этого тоже вырубаем. Раз, два. Раз, два. И... Димитродон. Да-да-да. Ты хочешь отсидеться, парень? Не получится. Не получится.
Все, здесь победили. Так, долларов 50 всего лишь. И Ютараптор. Вот так, ребята, было 400 баксов, осталось 52. Но зато прошли события, ё-моё. Заберем здесь награды. И остается нам сделать две ПВПшки. Кстати, у нас там ничего мы не заказывали. Расширение территории не заказывали. А я еще думал, может быть, потратить. Как раз у нас 400 долларов было. Думал, взять две территории, заказать, и будет круто. А видишь, как оно получилось, что все доллары слились. Вот такая вот беда. Я говорю, было бы у меня много динозавров и прокачанных там 40-го уровня, конечно, можно было бы все это без применения откатов делать, не тратя туда доллары. А так, если хочешь побеждать, надо, ребят, тратить. Хотя кто-то сказал бы, зачем тебе нужны эти динозавры, если они у тебя есть. Они действительно у меня есть. Но, ребят, если тогда не играть, зачем тогда вообще заходить в игру? Если есть действительно какие-то серьезные такие поединки, где я 100% уверен, что не пройду, это будет просто слив денег, сил и времени, то я даже не заморачиваюсь. Но тут все-таки мне захотелось рискнуть. И, как ты видишь, все у нас получилось. Риск, он оправдался. Так, ну что, деньги я забрал здесь почти везде. Сейчас пойдем в Канайзуйку поиграем. Это у нас на ПВПшке. Раз. Ого, он даже на первом месте у нас стоит. Ничего себе. Слушай, это круто. Он всех переплюнул. Подожди-ка, почему? А, у него 608 к атаке. Если сравнивать мамонта и носорога, 608 к атаке, это очень люто. А тем более, если ты представляешь еще классовое преимущество, то я просто им не завидую. Так, он ходит первый, да? Атака у него 420. Ну давай, Энтеларакс. Что-нибудь думай там. Бомбанул, одну атаку взял, да? Можно поменяться. Фига, он выскочил. Я хочу посмотреть, неужели он будет брать... Меняться, я имею в виду. Точно меняется. И атакует. Неприятно, конечно, такая картина действий. Че, я, наверное, вмажу, да? Этому архофициону. Иди меняйся, Эндрикоцер. Вот так вот он нас вырубил. Ребят, я еще ни одного здесь не победил. Понимаешь? Раз, два. Просто порвали. Так, архивцион. Так, а сколько у него было? 4, да? 4 очка 10. Блин, я просмотрел. Ладно, на всякий случай дам. Раз, два. Раз, два, три. Я. Так, и последний. Ёк-макарёк, 630. Все, проиграл. Он сейчас 5 к атаке сделает, скорее всего. Да. Блин, классовое, как говорится, преимущество у него было перед нами. Если бы я не взял бы
примеру, вот эти вот три бонусных очка, а все бы в защиту повесил, возможно, мы бы прошли. Так, ну что, Канозойку мы сыграли. Теперь нам нужно еще два ПВП боя. Ну ладно, пойдем тогда доигрывать именно. Да вот тут можно попробовать. Возьмем Раджастегу, Таника Лагриуса и, например, Нондагазавра. Сейчас посмотрим, что у нас тут выйдет. Потом можно Диплотатора, Спинораптора. Так, ага. Да. Ну давай, 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 делай что-нибудь там. Попробуем так сделать. Он там кочеврижится, скажи-ка мне на милость. Ладно, в атаку. Нормально. Ну, подсчитывает, сколько потратить, да? Молодец. Раз, два. И вот так. Вот это ты жучара, а? Блин, самое обидное, что у него еще там один есть. О, как быстро наказали нас. Жесть какая-то. Давай атакуй, ё-моё, блин. Видишь, как только я беру две защиты, все, он сразу не атакует, ребят. Давай так проверим. Все. Распишут. Вот эта вот гибридная битва меня просто бесит. Да к чему он там сидит? Он сейчас семеру влепит и все, ребят. Тут... ноль спасений. Причем, если бы я взял бы на откате бы, например, бонусные очки, он бы стал атаковать. Берешь защитные очки, он пропускает ход. Ушлепок несчастный. Так, подожди, что это я там выбрал-то? Мне вот это, пожалуйста, отдайте. Раз, два, три. Давай еще разок сыграем, попробуем. Спинораптор, Диплотатор, Индоминус Рекс. Давай кого-нибудь там быстрее. Ну вот они что, издеваются, что ли, блин? Как будто специальная команда подставляется против меня. Я уже сколько раз это замечаю. Ну ты посмотри, блин, выбрал он. Пипец, какой-то крутозавр 19 уровня круче, чем мой, блин, Диплотатор 40-го. Да. Далеко пойдем. Я так сделаю. Я сейчас не удивлюсь, если он просто тупо пропустит ход. Блин, там еще Нондагазавр 40 уровня. Ну-ка,
конечно же, возьмет защиту. До свидания, деплотатор. Ты достойно сражался. Да ладно, деплотатор, тут еще нундагазавр у него 40 уровня. Я говорю, команда вражеская подбирается, ребят, ну, серьезно. Против тебя, целенаправленно против тебя. Берешь двух хищников, он тебе дает двух рептилий, ну как тут можно играть? Да все тут песенка наша спета. Вообще ужас. 281 к атаке против нундагазавра. Да. Да, сейчас вот этот вот скафагнат нас добьет. Полтычка. А я не мог никого взять. Травоядников у меня нету, все отыгрались. Птерозавры тоже все отыгрались. Вот кто был-то, вы и брал. Вот и все. Ну ладно, ребят, это, как тебе сказать, это не главное событие, потому что мне просто нужно было их отыграть. Они ни на что не влияют. Так, ДНК, ДНК, доллары и пища. Все. Главное, что я все события поиграл и забрал ежедневный пак. Так, а что у нас будет через 5 часов? Какие доступные? Так, денежная борьба, чудовище глубин. То есть вот 2 события будут. Окей, возможно, вечером успею запиликать еще, ребята, серию. А на этом буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.